Американский бульдог – этакий крепыш олицетворения решительности, а его широкогрудая стойка выражает непоколебимость. Однако бульдоги способны быть любящими и любимыми домашними питомцами. Бульдоги раньше были бойцовыми собаками, которые на ринге бились с медведями, барсуками и быками. Когда эти кровавые развлечения разонравились публике, селекционеры сосредоточились на мирных качествах породы. Бульдог пошел родом из Соединенных Штатов Америки, поэтому прозван американским. Как порода, известен с начала 20 века. Был привезен переселенцами из Великобритании, поэтому является ближайшим родственником английского бульдога. Назвали его вначале сельский бульдог, южный бульдог, белый англичанин, американский питбуль. Нынешнее же его название – американский бульдог.